Корабли военно-морских сил Украины проплыли под Крымским мостом. Об этом сообщил президент на своей странице в Фейсбуке. Петр Порошенко поблагодарил моряков судна «Донбасс» и буксира «Корец» и сообщил, что они станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Оба корабля выдвинулись из Одессы 20 сентября. Через Керченский пролив украинская эскадра прошла сегодня в 15 часов 15 минут по Киеву. Она направляется в Бердянск. Именно там будет располагаться азовская база ВМС. На протяжении всего пути наши корабли сопровождала береговая охрана погранслужбы ФСБ России.